Обновленчеством. Несмотря на благозвучие, за этим термином скрывается одна из трагических страниц истории страны, в частности, Русской Православной Церкви. Что послужило поводом для раскола и как развивались события конкретно в Чувашии и соседних республиках, можно узнать из сборника архивных документов, подготовленного ученым-исследователем Федором Козловым. Презентация сборника «Обновленчество в Чувашии. История церковного раскола» по документам Государственного исторического архива республики прошла в Центре подготовки церковных специалистов при Чувашской митрополии. События, относящиеся к этому периоду, к сожалению, еще мало изучены, отметили представители духовенства. Собственно, и в мирской истории ему уделено крайне мало внимания. Между тем, религиозная ситуация 1920-х годов в нашем регионе при ее детальном рассмотрении оказывается явлением многогранным и своеобразным. Обновленческий раскол – великое противостояние старого и нового при вмешательстве принципиально иной идеологии, которую исповедовала советская власть. Это научно-популярное издание. Мы готовили его с расчетом как на научную аудиторию, так и на любого человека, который готов интересоваться историей собственного края, историей церкви, историей конкретного прихода, потому что там много документов, которые затрагивают жизнь конкретных населенных пунктов, а не в целом республики.